специальный приз вручается фильму «Под знаменем дружбы», созданный телекомпанией «Самара ГИС». Фильм «Под знаменем дружбы» создавался не просто как историческое полотно. Картина «Взгляд современника из Самары на 140-летние взаимоотношения двух братских народов». Самарское знамя стало первым государственным символом Болгарии, и значение этого события трудно переоценить. А помогли обрести свободу те самые самарские алёши, русские солдаты, памятник которым установлен в Пловдиве. Фильм оценили, и награда за успех, о создании причастности к большому делу. Для нас, когда мы работали над этим фильмом, это была уникальная возможность не только какие-то свои творческие задачи исполнить, но и прикоснуться к нашей истории, потому что именно этим поколением можно гордиться самарцам, нашему замечательному самарскому ополчению, которое, ведомое своей совестью, пошло бороться под знаменем свободы за православную церковь, за свободу Болгарии. В российском кинематографе «Соль земли» — это уже общепризнанный бренд. В конкурсной программе 9-го фестиваля документальных фильмов более 200 работ. География участников — вся Россия. А в составе жюри — самые выдающиеся артисты и режиссеры, многие из которых с мировым именем. Фестиваль проходит при поддержке областного правительства и администрации Самары, но большую часть наград забрали все-таки столичные студии. Нет, наверное, более важной задачи, чем воспитание патриотизма, чем воспитание любви к тому краю, к той земле, на которой ты родился и живешь. Все фильмы фестиваля так или иначе посвящены любви к людям, любви к своей земле, любви к отечеству. Документальное кино порой дает нам намного больше эмоций и дает нам намного больше пищи для размышлений, чем художественный жанр. И, пожалуй, не случайно такой уникальный патриотичный фестиваль «Соль земли» проводится именно в Самаре. Итоги фестиваля говорят о том, что сегодня снова настало время большого кино. Большого не в смысле продолжительности в эфире. В обществе уже назрел запрос на интеллектуальное творчество, которое отражает доброе, разумное, вечное. Организаторы пообещали, что следующий фестиваль, который будет 10-м по счету, пройдет еще более масштабно, с юбилейным размахом. Олег Зверев, Максим Гузев, «События».